Кто из нас не мечтал хотя бы на пару часов перенестись во времена Пушкина и Лермонтова, в эпоху светских приемов и дуэлей? А вот членам Союза пенсионеров посчастливилось почувствовать себя настоящими благородными дворянами. Во Дворце культуры Родина состоялся исторический бал. Выучить эти танцы совсем несложно. Они не требуют какой-то невероятной физической подготовки, абсолютной гибкости или феноменальной растяжки. Движения довольно просты, но благодаря хорошей актерской игре, жестам и мимике они складываются в красивые и величественные танцы. Исторический танец построен на нюансах, оттенках. Поворот головы, допустим, движение руки, улыбка, общение глазами. Фигурный вальс, мазурка, полька, полонез, кадриль. Не один десяток танцев подготовили для бала его участники. Но исторический бал – это не только правильность движений, это в первую очередь этикет. Танцующие наслаждались атмосферой, которая царила в зале. Ведь в следующий раз надеть бальные платья и фраки они смогут только через год.